Ну вот. Интересно, правда, без машины идти вдоль дороги? Сейчас подойдем к остановочке. Вот вывеска Репникова. Сейчас будет поворот на Моисеевскую станцию. Хорошую прогулку сделал сегодня. Много тем затронул. Повторяю, друг мой, что я за любое неосуществимое, за какой-то заведомо провальный проект. Я за ушедшее в прошлое. Я за старые предметы. Понимаешь? Вот. Можно будет посидеть на остановке как-нибудь потом. Я за духов. Вон, кстати, практически говоря, я еду, только другой зад у него. За духов, за мир мыслей, которые совершенно ни к чему не ведут, не имеют никакой практической цели. В общем, понимаешь, вот такие у меня ориентиры. И YouTube, на самом деле, он, в общем, очень даже меня в этом понимает. Вот еще раз тебе говорю, за прошлое, за духов, за неосуществимое. Но при этом, я еще тот практик. Я совершенно не чужд вдруг сбросить с себя весь мир привидений, взяться руками за камни и сложить что-нибудь из этих камней.